Всем привет! С вами Time Games. Продолжаем проходить Final Fantasy 13. Побежали! Чё стоим? Так, давайте попробуем сразиться с этим зверем. Так, мы его застали врасплох. Так, это отлично. Так, это ящерица какая-то. Так, а чё против неё? Интересно. Анализ сделаем, давайте. Так. Слабость у неё к молниям. К огню. К воде. Ну-ка, молнии как... Так, нет, молнии-то совсем. Что-то вода. Нифига себе, она с панцирь одела опять. Так, нет. Огонь 2, попробуем. Походу, огонь самый крутой. Блин. Follow my lead, pups. Блин, как прошибить это? Ой-ё. Is it really over? Так, да, действительно, лучше не против них пробегать. Дорогие друзья, побежали. Так, давайте смотреть карту. Я, конечно, понимаю, что за них дадут много. Но, блин... Нафиг это надо? Так, спрей, интересно, сколько действовать будет? Так, шарик. Анализатор. Спрей пока еще действует. А, исчезает. Чуть-чуть не успели. Ну тут ладно, эти. Шастики. Бай-бай! Гремлины. Так, фу, этих прошли монстров. Слава богу. Лучше уж с этими посражаться. Пусть они дают мало, но зато верно. А там на них тратится очень много времени. Да еще и зельев там потратишь немеренное количество. Нет, спасибо. Мы тут там, блин, справляемся плохо. Так, шар судьбы. Дай мне гилов. Чешуйчатое крыло. Что это? Так, это аксессуары? А, нет. Улучшалка.
Да, Саша-то вообще высаживает их. Да, тоже троечку нам поставим. Четверку. Ты выглядишь уставшим. Не выспался? Похоже. Неудивительно. Рядом с такой милашкой, как я, трудно сомкнуть глаза, да? Я просто прилягу ненадолго. Не просто быть LC. Я имею в виду, смотри, даже я немного волнуюсь. Даже если мы не знаем, что случится, нельзя оставлять мечты. Всегда нужно к чему-то стремиться, понимаешь? Следующая остановка — Наутилус, город грез. Ага. Что? Саш? Так, чё, я одна осталась? Что у нас впереди? Ага, он там где-то. Вон он. Саш? Ты испугала меня. Что стряслось? Я просто думал. Не вини себя. Знаешь, ты ведь не можешь выбирать, кого Фалси одарит предназначением. Мой сын Дадж. Он был выбран. Он стал LC. Он сказал, что хочет увидеть Фалси. Поэтому я взял его на экскурсию на энергостанцию в ущелье. Думал удивить ее, взять питомца от птенца Чехоба, но стоило мне отвернуться и в сторону, он убежал на энергостанцию. Даш! Даш, выходи! Даш, я знаю, что ты здесь. Даш, где ты? Скажи что-нибудь. Даш! Эй, что с тобой, Даш? Папа! Все хорошо. Ты в порядке? Не поранился? Что это? Видимо, лосы пульса пробрались и попытались напасть на Фалси-святилище.
И он сделал единственное, на что был способен. Превратил даже в ЛС. Мой сын, ползти в святилище, выбрал его. Он герой. Но мы ЛС Пульса и враги даже. Коборг появились сразу же, чтобы взять его под стражу, а дальше один тест за другим. Даже они не смогли знать предназначение. Возможно, он должен был найти ЛС Пульса. В любом случае, как может маленький ребенок выполнить подобное? После своего превращения, Даш смог почувствовать энергию пульса. Это он нашел фалси пульса. Но ребенок не может сражаться. Вот почему я сел на этот поезд в Чисткоград. Я полагал, его предназначение как-то связано с уничтожением фалси пульса. Думал, что мог сделать это за него, ну и остальное ты знаешь. Если бы я был прав насчет его предназначения, он уже превратился в кристалл. Конечно, если он должен был разобраться с ЛС той штуки, то лишь наша смерть помешает ему стать падшим. Смерть? Правда? Это бы все решило. Но птичка... Птичка говорит, что так неправильно. Да, так неправильно. Круто, 200. Все, добились. Чего надо? Сохранимся. 60 сохранений уже сделал. Всего 66 глава. Ну, сохраняйся. В каждом удобном случае. Это что такое? What is that? Просто который портит погоду. Вылезли поиграть в дождь? Разве это не очаровательно? Так, эти сферы управляют уровнем осадков в окружающей области. Определенные животные боятся дождя, купаясь во время шторма. Однако, неосторожно ими пользуясь, можно привлечь дикую живность, которой вода находится по душе. Ага, вот теперь другие монстры. То есть, выбирать, кого умрешь. Нет, тут, по крайней мере, нету летающих зверей. Твари огромные. Так, не понял. А чё против не действует? Воздух, что ли?
Так. О, там у нас это. Нет. Оттуда я не пойду. Там опять этот чисту. О, и тут она есть. Пойму, что лучше против них. Молния. Огонь 2. Огонь. Да, просто огонь. Дозревая лягушка. Давай, Саш, отстреливай лягушек, грязевых и колючих. Так, вот с этим мне вообще не хочется сражаться. Но он есть и там. Короче, я тогда применяю последнюю эту штуку. Ладно, шарик мы не смогли открыть. Так, пробежали этих бегемотов. Слава богу. Огонь, конечно, против них не очень, но когда проценты добираются до нужного отметки, огонь неплохо выносит. Чё, прискакали, что ли? Много тут вообще. Пять звезд. Так, а что там было? Блин, там опять эта тварь. И против нее по-любому придется сражаться. Пипец. Hey!
Так, сейчас ты умрешь, последний пингвиненок. Лоло. Блин. Чё я туда? Так, жабы, идите сюда. О, Саха вообще высаживает. Как мне нравится, а? Чё прискакали? Давай. Добиваем. Я считаю, на пятерочку. На троечку. Вы охренели. О, десептизоль дали один. Если что, можем избежать. Да. Я хочу избежать. О, не-не-не-не. Так. Побежали нахрен отсюда. А чё не сработал? Я не понял. Так, надо гремлинов сначала убить, чтобы они не мешались. Так. Ну вот без чешуи его еще как-то можно колбать. А вот чешуи. Ой. Во. Так, еще против него? Давайте. Анализ сделаем. Так, что это у него иммунитет? К чему? К огню, что ли? А, нет. Так, интересно, ну что такое? Дрожь, у меня в техниках есть. Блин, немного не хватило. Давай, еще чуть-чуть. Все, сняли с него панцирь.
Так, а сейчас слабость молния, огонь и вода. Для себе. Даже там досталось. Так. Сейчас. Ватри, ну, скотина. Блин, как же его долбить-то сложно. Так, даже до 115% его тяжело довести. Так, довели. Так, сейчас зелье одно сделаю. И пошла руда. Гаси его. Да, диспансер это его еще можно мочить. Диспансер это вообще частяк. Мне кажется, он еще успеет владеть. Хотя, если поторопимся... Саш, давай, высаживай его. Успели. Фу. 3 звезды. Так, там второй. Ну нафиг его. Опа-на. Не-не-не. Привет, пингвин Килоло. Пингвиняра. Саш, идет. Почти вообще классно действует. Спай со мной. С огнем. Ну все, ты трупешник. Привет, друзья! Так, вот с вами-то посложнее будет. Стрелите ее уже кто-нибудь. Саш, давай. Я такие крутые пуколя. О! Война и мир. А, нет, спасибо.
Нифига себе. Быстрее, быстрее. Охренеть. Так, а чё такое? Ничего, они так убивают, как кожу. Блин, еле выжили. Их много слишком. Ну, смотрите, сколько очков этих дали. Так, сохранение. Спереди. Впереди. Так. Кристариум. Здесь все полным-полно. Здесь нет. Нам немного не хватило. Так, Саж. Давай, у тебя. Так. Давайте я прокачаем. А, тоже немного не хватило. Ладно. Так, улучшить. Улучшаем. Есть! Плюс 6 к силе, плюс 1 к магии. Ему надо тоже прокачивать. По идее это. Наверное. Я подожду. С кем мы будем в следующий раз сражаться. Кого я буду прокачивать. Давно мы этим не играли. Самым главным-то. Это нехорошо. О, это пипец. Нехорошо. Конечно, прокрадутся они. Пиздец. Так, им даже непонятно, сколько надо нанести процентов урона. Ну, вроде заполняется неплохо. Блин, ну я атакую-то, а не круто. Так. Вот. Отлично. Саш, давай. Рубай. Что за бредятина?
слабость к молнии. Ладно. Что, это такая слабость, что ли? Ни хрена вроде. процентов. Ладно, будем молнией долбить. Пипец, это какие-то боссы, походу, дела. Нифига у него что-то появилось там. И у нас что-то убавилось. Сажа вообще это кромсает сильно. Так, сейчас опять надо зелье жрать. Блин. Хотя бы одного завалить. Энки. Так, Саш его пахнет. Да я тоже. Аж два, две штуки придется. Еще одну. Офигеть. Как же эта штука помогает, которая... Охренеть. Которая восстанавливает в два раза больше очков жизни. Просто супер вещь. Так, давай, почти набрали. А, я сейчас сдохну. Ну пиздец, ёб твою мать. Ну как так? Какой сори? Пиздец, блядь, убили одного почти. Как эту хрень получить? What do we do? Alright, I got it. We sneak. Right. В общем, надо вовремя зелье добавлять, иначе кранты придут. Just too much to ask to cut me one break, isn't it? Так. Когда остается, короче, 300, надо уже добавлять. Две штуки желательно.
Так. Ну сейчас нужно срочно добавлять. Поздно, поздно я добавляю. Блин, у нее еще HP-то мало. Блин, да, чем дальше, тем мощнее эти боссы становятся. Так, зелье. Сажем почти косарь, блин, HP. Так, пошла молния. Нифига саженок насадили. Блин, не успею, мать его. Давай быстрей. Да она вообще задрали его. Получай давай. Как-то бьют одного хотя бы по очереди, что ли, то блин трачу на одного все. Так, срочно. Так, ну, добивать-то его надо, нет. Хоть, блин, один молотить босс. Давай, немного осталось. Гаси его. Фу, слава богу. Так, точно восстанавливаться. Так, погнали дальше. Второго гаси. Энки. Так, а у тебя чё? Давайте я проанализируем. Так, слабость к воде. Слабость к воде. Отлично. Вода. Пошла в ход. И угасят, и гасят. Получилось.
прощай. Ни хрена себе. Да какое противоядие? Охренеть просто. Он там себе опять наделся. Сейчас он на меня лезет. Так, сейчас на стаже перейдет. Так, пока долби его. У него много доля. Так, сейчас там на меня переключился. Пипец. Деля-то уже толком не осталось. Блин, немного осталось его. Так, давай, Саш, кромсаем его, кромсаем. Немного осталось. Должны же этот заход забить его. Обязаны. Последний удар. Последний ход. Все. Фух, справился со второго раза. 3 звезды. 1000 криогенных очков. A hop, skip, and a jump, and we're in Nautilus. Прыг-скок, и мы в Наутилусе. Город Грез. If only we were dreaming up those clouds. О тех тучах мы точно не грезим. Так, здесь ничего нет, по-любому. Так, а что у нас гилд-то вообще есть? Нету гилд. Надо что-то продавать. Покупать это. Зелье. Что, без зелья? Не сдохнем нахрен. Переход. А вот дыра. We can board the ship over there. Мы сможем сесть на корабль вон там. Huh?
Дождь тут льет как из ведра. Из ведра и маленькой леечки. Саш, ты ненавидишь пульс? Почему бы и нет? Посмотри, в какой ситуации мы из-за него оказались. Конечно, я не всегда его не ненавидел. Казалось подозрительным, все эти разглагольства на святилище, нападение только вопрос времени. Пульс наполнен монстром. Запугивание за запугиванием и никаких доказательств. Старые циники вроде меня не верят в подобные желтушные заголовки. Нет-нет, только не я. Я был уверен, что со святилищем что-то не так. Пока не увидел все сам. Да уж. Теперь, когда я думаю о чистке и всем, что с ней связано, ведь это все произошло из-за того, что Даш нашел фалси пульса. Ты ошибаешься. Не вини его. Это произошло из-за... Да. Ты права. За этим стояли какие-то подонки с пульса. Можно было с тем же успехом пытаться остановить дождь. Я хотела унять слезы. Но они по-прежнему капали. Ты промокнешь? Я буду в порядке. Это просто вода. Кокон захренизовал вас больна пульсианского террора. Если мы позволим ЛС своевольничать и дальше, паника разорвет наш дом на части. Мир и стабильность, за которые мы так упорно сражались, останутся лишь отголосками прошлого в памяти потомков. ЛС пульса угрожают самим основам нашего образа жизни. Они должны быть уничтожены без всяких колебаний. Конец связи, сказал Рош. За наш провал платить будут простые люди.